Вы видите, друзья, как русские иммигранты пытаются вступить в контакт с индейками, с индейцами. Но это на самом деле куры, куры. Они ошибочно принимают их за индейцев и индеек. Курочки. Какие красивые породистые курочки. Снесут ли они яичко после такого внимания? Мы не знаем. Куры, куры. Но они не боятся людей. Видно, что они не боятся даже вот... Они, конечно, не знают, что люди из СССР. Они могли бы испугаться, конечно. I won't hurt you, I just want to make you kosher. Да. Я подсобрал с грядочек, которые с прошлого года, вот эти, без пышной растительности. Вот тут они в водичке. Мелковатые что-то. Мелковатые. Ну, Света. А вот эти, которые с пышной растительностью, вот у Светы. Нет, эти вкуснее. То есть на вкус вкуснее? Да. Давайте я помою. Так. Эти вкуснее. Настоящая дачная клубника. А? Настоящая дачная клубника. Не найдешь. There's all the other chickens waiting. Oh, they all want. So you pet them one by one. They're all lining up. They're all lining up. Here we go. Let's go get a. Это blue americana. Plymouth Rocks. They don't like my shirt. Так, сейчас будет. Так, не сразу курочку, не сразу. Не сразу курочку. Oh, she is really spoiled, though. You see, she wants more. She wants. You speak English? Yes, of course she is. Are you from Poland? No. Оп. Поймал. Okay, you got it. Oh, but she's a little wilder. So, blue americana. This is a Plymouth Rock. Plymouth Rock. Plymouth Rock chicken. But this is a rooster or chicken? Chicken. They're all chickens. But it looks like a rooster. No, rooster, they looks different. Yeah. Plymouth Rock. And of course, that's, you know, come from Massachusetts. Plymouth Rock. And then we have a Rhode Island Red. So probably they are Democrats. Perhaps. Coming from Plymouth Rock. Or there are Puritans. There are very strict religious Puritans in Plymouth Rock. Okay. The pilgrims landed at Plymouth Rock. So it's like pilgrim chicken. Easy, take it easy, take it easy. And the Rhode Island Red. The Rhode Island Red. Он их пытается приманить травкой. Травкой. Да. Это мне напоминает, друзья, иммигрантов. Им говорят, вот тебе машина, он говорит, не того цвета. Говорит, вот тебе велфер. А это клюет. Они говорят, смотри, это мало. Белый, а есть такие, которые не брезгуют. Опа, оп, все, попалось. Нельзя быть слишком выпендрючей. Вот. Вот это рыжая самая такая, да? Рыженькая. So, what is that one? This is a Rhode Island Red. Rhode Island Red. Oh, Rhode Island Red. So. I cannot believe she let you pick her up. Oh. This one loves you. This one. She doesn't like this one. She has this one. Oh my She's God. Her friendly one. She is. Well, she's also the leader of the pack. She's the alpha female. She is. She can fight. She can fight when she wants to fight. Опа. But she really, she follows you. Ну-ка, сейчас там. Сейчас они будут выбирать друг друга. Да. Да. Посмотри, она несет его. Опа. Вот им хлебушек бросают. Когда хлебушка не хватало, они дрались. А теперь все равно дерутся. Но, в общем-то, конечно, это показывает, что сытый человек, он меньше дерется, чем голодный. Чем сегодня балуют посетителей фермы? Это такие булочки, друзья. Я не хочу рукой трогать особо, но это такие булочки с оливками. Тут есть вот это с оливками. Видите, темные пятнышки. Это оливки. Булочки с оливками. Давайте закроем. Вот, а тут другой мешок. И там просто хлеба. Ну, хорошие, симпатичные хлеба. Бесплатно. Вот бери сколько хочешь. Если настроение есть, аппетит там. Будете в этих краях, приходите за хлебушком там. Полежите на пляж, там туда-сюда, придете. Вот такие хлеба, пожалуйста, на халяву. Друзья, вы видите Ирину. Она в несколько жизней живет. Одна жизнь у нее, она музыку преподает детям и взрослым. Есть такое. Но с другой стороны, это зеленый человек. И вот насколько Моисей был, в общем-то, пастухом,
А сегодня день Пасхи такой. Он был пастухом, то есть весь был по поводу мяса человек. Но вот у нас Ирина, человек зелени. Она набрала, просто нам капустку одну дали. Свеженькая, только-только вот еще не... А вот это, какая-то дикая это коллекция. Это смесь, смесь всего. Да. Тут и кейл, и чард. Да. Все вместе взять. Смотри, разноцветный какой. Да, да, и капустные листья. Да, как у Никитина, я такой же вкусный, как листок капустный. От того и... Грустный, от того и вкусный. Да, ну не важно, в общем. Ну как красиво, а? Очень, очень красиво. Прямо цветок. Да, это поэтическая вещь. Поэтическая вещь. Саша, откуда эта малина? С коммунистом. Понял. То есть, кустов. Друзья, даже малина растет в апреле месяце, если обеспечить ей правильные условия. Сейчас попробуем. Дай попробуем одну. Друзья, друзья, вы даже не понимаете, что у него на ладошке. Ира, я не знаю. Скажи. Что? Малинка. Малинка, ну давай. Сладкая. Давай, красненькая. Делись впечатлениями, делись. Вкусная малинка. Так, малинка. Света, давай. Немножко больше времени будет еще слаще. Давай. Ну, она не доживет, ее не собирают. Ну, какой, господа, ну какой да аромат. Я... Да. Да. Дай тебе вкусную вот так. Давай, ничего, давай. Самую темную. Давай мне вкусную. Смотри, я попом. У меня букет. Света, я понимаю, насколько ты меня любишь. Только любящая женщина может дать такую малинку. Ну.